Здравствуйте, меня зовут Александр Ивлев. Я помогаю нормальным, серьезным людям бросить пить алкоголь. Я хотел бы спросить сейчас того, кто меня смотрит, почему вы хотите бросить пить? Если вы ответите мне, что, ну, так надо, жена хочет, или, скажем, босс заставляет на работе, тогда этот вопрос неправильно отвечен, потому что это несерьезная причина для того, чтобы бросить пить. Потому что вы в этом случае будете всячески сопротивляться, находить какие-то объяснения, экскьюзы, чтобы продолжать распивать, как и раньше. Ну, поймите правильно, если вам нравится пить, если у вас это приятное времяпрепровождение и никаких особенных хлопот это вам не доставляет, за исключением, может быть, вашей жене, вашим родным, вашему начальнику, боссу. Но все-таки на первом месте у вас стоит удовольствие. Вот. И поэтому вам будет очень трудно бросить пить. Конечно, вы, может быть, перестанете пить на какой-то период, сделаете паузу, но неделя, две, три, месяц, и опять все будет как всегда. А вот если ваш ответ такой: я хочу бросить пить, потому что здоровье не позволяет мне, потому что возраст уже не тот, потому что не нравится мне пить вообще, а бросить не могу. Вот это довольно-таки серьезный ответ, серьезная причина для того, чтобы бросить пить алкоголь. С помощью или без помощи? Ну, без помощи, конечно, это будет нелегко, но все-таки возможно. Все зависит от степени вашего страха, что ли, за свое здоровье, от степени серьезности вашей проблемы. Потому что если человек понимает, что он рискует, у него печень больше не выдерживает, опасно пить, у него сердце больное или, скажем, поджелудочная железа не в порядке из-за того, что человек пьет. И самое главное, человек ответственный перед своей семьей, перед самим собой, понимает, что его бизнес в опасности тоже. Такой человек, конечно же, если ему доктор сказал, что все опасно, нельзя больше пить, такой человек начнет делать все, чтобы достичь этой цели, чтобы решить эту проблему.